Добрый вечер. У нас сегодня необычный жанр, музыкально-исторический. И отталкиваемся мы от одной исторической даты, которую нам огласит Леонид Владимирович. 29 ноября 1939 года, 65 лет назад, Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Финляндией. До того он предложил финнам так называемый обмен территориями. Вы нам отдайте Карельский перешеек до Выборга, а мы вам пустынный участок Северной Карелии по площади даже больше. Упрямые финны не согласились. И более того, напали на Советский Союз. Так и было объявлено. Вероломно. Обстреляли, мол, советскую территорию у деревни Майнила. Ну, тут уж ясное дело, пришлось этих финнов проучить. Советские войска вторглись на Карельский перешеек, и там, в городе Терьёки, ныне Зеленогорск, немедленно сформировалось временное народное правительство Финляндии во главе с Отто Куусиненом. Через 4 месяца героической финской обороны Красная армия взяла Выборг, остальную Финляндию оставила в покое, а правительство Куусина пришлось распустить по домам. Спасибо, Леонид Владимирович. Тем временем, когда финны готовились к вероломному нападению на Россию, каким-то образом в этой России, в Советском Союзе, была сочинена песня, которая была направлена на освобождение этих финнов от этих вот проклятых, не знаю там кого. Песня эта... Буржуев, да, песня эта практически совершенно никому не известна. Достал ее сегодня наш гость из каких-то совершенно дальних архивов, и поэтому за качество не в защите, мы ее долго играть не будем, сами вам потом расскажем, что там за слова, но вот эта самая песня. Пощадим ваши уши, расскажем вам лучше, о чем в этой песне поется. У нас в гостях сегодня Виктор Суворов, известный вам очень хорошо наш гость, который сегодня выступает как музыковед, я бы сказал, в штатском. Который не в форме сегодня. Но речь идет только о военной музыке или музыке, связанной с войной, музыке, которую никогда и никто не слышал. Сейчас вы прослушали кусочек из этой песни, и вот давайте обратим внимание на слова. Слова такие: «Ломят танки широкие просеки, самолеты гудят в облаках, невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках». Дело в том, что Красная армия перешла границу 30 ноября. 30 ноября. Это уже не осень. И если этот человек вот сел и написал песню на следующий день, то это уже декабрь. Это уже декабрь. А здесь звучат слова «невысокое солнышко осени». О чем это говорит? Это говорит о том, что 1 сентября 1939 года германская армия вторглась в Польшу. Затем 17 сентября Красная армия освободила другую часть Польши. И в то время нашим композиторам и поэтам дали задачу написать, вот следующее будет Финляндия. И они написали, вот осень идет. Ну, просто никто не подумал, что оно чуть-чуть отодвинется на зиму уже. Но песня такая прозвучала, а дальше там у них... Слова идут вот какие. «Отнимали не раз вашу родину, мы приходим ее возвратить». Вот мы идем освободить, у вас-то родины нету. А вот сейчас вы будете в Советском Союзе, будет все хорошо, принимай нас, Суоми, красавица. Это замечательно. Принимай нас, Суоми. Суоми – это Финляндия. Ну, да. Принимай нас, Суоми, красавица, это блестяще. А кто же, Виктор? Принимай. А не хочешь, все равно принимай. А кто же, Виктор, так спевал красиво? Исполняли все это. Не кто-нибудь, это образцовый ансамбль НКВД под управлением Чернецкого.
И очень это интересно, почему не ансамбль песни и пляски, он назывался краснознаменный ансамбль песни и пляски Александрова, почему НКВД? Потому что... Ну, я же Потому что ребята с грифом секретно. Да, да, да. Вот да. Тут к тайнам они относились более, как бы сказать, ответственно. Товарищи предупреждены были. Песня была записана до того, как проклятые финны стреляли по нашей территории. А потом эта песня никому не потребовалась. Но интересно, что песен таких было много, и не только о войне с Финляндией. Были песни подготовлены и в большом количестве. И когда мы готовились к освобождению Германии, и были вовлечены очень мощные силы, очень мощные, включая Шостаковича, который написал очень хорошие песни, ну и другие. Но это дает целый срез деятельности правительства, и в частности сталинского секретариата, который не забывал ничего. Нужно было не только подготовить... там порох, снаряды, транспорт, обмундирование, дороги, я не знаю, связь. Что не всегда удавалось. Не всегда удавалось, да. Но думали и о том, как поддержать моральный и боевой дух войск, и чтобы нужная песня зазвучала в нужное время. Там есть, согласитесь, Виктор, большая политическая режиссура. Да, конечно. Мы сегодня не случайно говорим о политической режиссуре, потому что последние события, не скажем где, подтверждает, что традиции политической режиссуры продолжают жить. Кстати, я прошу прощения, знали не песни, тоже, наверное, вот, видимо, готовили, но я знала человека, который воевал в финскую войну, и он рассказывал, что, вы говорите, 30 ноября, я не помню, да? За два дня до этого они лежали там, значит, в маск-халатах, эти белые, помните, все эти самые, да? И им сказали, натурально, вот собрали роту, он клялся и божился, и сказали, что вот там 30 ноября, а? Финляндия вероломно на нас нападет. Вот именно такими словами. Все взяли под козырек и сказали. Служу Советскому Союзу. Мы готовы. Мы готовы отразить. Пожалуйста, напала. И если уж речь зашла о последних событиях, то я считаю, что нам здесь, за нашим круглым столом, с нашим вином, не пристало вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, но мы все здесь присутствующие надеемся, что восторжествует здравый смысл и справедливость, и я думаю, что выпьем за будущую победу. Того, кто здраво победит. Того, кто здраво победит, смысл, да. А тем более, что у половины участников сегодняшней передачи, а именно у Виктора Суворова и у меня, родина... Не надо, пожалуйста, никаких слов. У меня тоже, я прошу прощения. Но давайте вернемся к политической режиссуре. Просто размах деятельности меня поражает. Ведь все учли, ведь ничего не забыли. Ведь песню не просто так нужно написать. Значит, нашли поэта, который точно получил инструкции, что осеннее солнышко, не зимнее, не весеннее. Ну, да. То есть дали ему сроки, дали исходный материал, рыбу практически. А потом дали. Сами да, же и ошиблись. Ну, а это уже не вина исполнителей. То есть им дали команду, они подготовили, а потом это дело не прозвучало. Вот, ну, так было у нас... Я думаю, всегда вот была такая у нас удивительная песня после войны, совершенно потрясающая песня «Летят перелетные птицы». Ну, да. «Заказ». «Заказ». Да. Почему? Замечательная песня. Замечательная. Я под эту песню иногда пишу свою, я включаю эту песню. Макроусов, по-моему. Макроусов, да? Не скажу, кто. Люблю песню, не знаю, кто. Да. Я наизусть до сих пор помню. Да, и я. И я. А вот кто, не знаю. Дело было вот как. Надо было развалить Британскую империю после Второй мировой войны. Создается государство Израиль, и Советский Союз первым признает Израиль Советский Союз. Точно так. И мы этим гордимся. Но пошло дело там в кость, не так, как предполагали, не в ту сторону. Вот сначала послали туда военных советников, собрали товарищей евреев с Дальнего Востока, полковников танковых войск, артиллеристов, послали туда, а они вдруг все сионистами стали там. Товарищ Сталин на тормоза нажимает, вот, и вдруг звучит песня над страной, летят перелетные птицы, не нужен нам берег турецкий, мы туда не поедем. Тот, кто не понял песню, того давили самосвалами, вот, немножечко. Вот я до сегодняшнего дня не понимала. Вот, давили самосвалами, звучала песня,
Тот, кто понял, тот сказал, да, да, не Печка. Нужен нам Берехов, Турецкий и Африка, нам не нужно, не нужно, не поедем. В советском искусстве причина следственная связь всегда стояла на высоком месте. Просто так песни никто не писал и не сочинял. Но ведь касались песни не только каких-то кампаний или политических крупных сдвигов таких тектонических. Песни даже иногда касались каких-то отдельных личностей, которых то возвышали, то потом вдруг переставали возвышать. Да. Был у нас культ личности, который продолжался 409 дней. Культ личности... 409? 409 дней. Маршал Советского Союза Тимошенко 7 мая 1940 года ему присвоили звание маршала Советского Союза и назначили наркомом обороны. То есть после финской кампании он, там сначала не так все шло, назначили туда командарма первого ранга Тимошенко Семена Константиновича, он там все провел как положено, и после его назначают нарком обороны. 7 мая он становится, и вот 7 мая до 21 июня было сочинено не менее у меня в моей 15 песен о наркоме Тимошенко. То есть больше, чем одну в месяц про наркома Тимошенко шли песни. Про Сталина вот. Было 15 песен? Ну, просто, конечно. 15 не было. Вот я тоже так думаю. Про наркома Тимошенко были песни, а 22 июня эти песни перестали звучать. Вот давайте одну из них про наркома Тимошенко и заслушаем. Что голоса крепкие, что музыка написана фундаментально, монументально, но слова, может быть, не совсем разборчивы, поэтому мы попросим нашего музыковеда объяснить нам, в чем там, собственно, застрочный смысл. Ну, песня – это сплошные несуразности с точки зрения военной истории. Звучат там такие слова. По нацбручем, войско красное идет, мы любить страну научим, Тимошенко нас ведет. Не было такого. Сбруч – это советская польская граница. И вот Тимошенко вспомнил 20-й год и скомандовал вперед. Слушайте, не было такого. И потом идут такие слова. Мы идем вперед с боями, и куда ни погляди, Тимошенко вместе с нами, Тимошенко впереди. Стойте. Если куда ни погляди, так можно и назад поглядеть. Обождите, стойте. 22 июня 41 года Германия нападает на нас. И Красная Армия побежала. А тут слова, а Тимошенко впереди. Как-то не звучит, да? Так мы же идем вперед с боями. Мы идем вперед. Так не шли они вперед с боями. Они не знали, когда писали. Номер один. С 22 июня культ личности Тимошенко кончился на рассвете 22 июня. Больше о нем никто не вспоминал. И вот здесь присутствует свидетель текста событий Леонид Владимирович. Подтвердите нам, что не было культа личности Тимошенко во время войны. Нисколько не было. Более того, были опубликованы три портрета сразу. На Центральном фронте Буденный. Там Ворошилов. Угу. И... Ворошилов на севере, Тимошенко на юге. Вот, Тимошенко на юге. И больше ничего о нем не было слышно. Так вот, чтобы подтвердить слова свидетеля, я принес сегодня сообщение Советского информбюро, том 1.
Вот, здесь все сообщения, это опубликовано в 44-м году, все, что советское радио передавало, никакого здесь Тимошенко нету близко, вот с 22 июня. Кроме того, принес я фотокопии газеты «Правда», вот здесь у меня с 22 июня, вот свидетели здесь у меня присутствуют. На пленках. На пленках, на микропленках, когда-то это все я снял. Всю газету «Правда» с 39 по 41 год включительно, и всю газету «Красную звезду», вот у меня вот эти кассеты здесь целый присутствуют. Рулон пленки, да. Рулон пленки. Никакого Тимошенко нету. То есть, о чем это говорит? Песня написана не ранее 7 мая 40 года и не позже 22 июня. Но в песне звучат слова «Мы идем бить фашистов». Вот дальше мы просто здесь не слушаем, вот, нету у нас времени всю эту песню слушать, но поверьте мне, дальше идут. Мы идем бить фашистов, нас Тимошенко ведет вперед и так далее. О чем это говорит? О том, что песня эта была заготовлена до нападения фашистов. Мы идем бить фашистов до их нападения. Эта песня почему-то не звучала, то есть это не созвучная. Песня была написана, а события, под которые подгоняли эту песню, они никогда не свершились. Поэтому песня осталась неизвестной. Дорогие друзья, я уже, по-моему, один раз рассказывал про моего отчима, который пришел несколько обалдевший с партийного собрания. Это было как раз 41-й год, начало, дружба с Гитлером. Пришел несколько обалдевший и сказал: слушайте, там лозунг такой выдвигают. Не велели рассказывать, но «Долой войну, долой фашизм». Понимаете? Да. Вот какой лозунг. Да, «Долой войну, долой фашизм». В 41-м году. А слово «фашист» ведь знаковое. Оно появилось тоже по указанию откуда-то сверху. Да. Потому что до определенного времени слово «фашист» не употреблялось. Употреблялось до договора. До договора. Именно так, да. Вот об этом я и хотел бы сейчас сказать. Дело вот в чем. Фашистов клеймили, фашисты, и вдруг 23 августа 1939 года был подписан договор Молотова и Риббентропа. Стали мы друзьями с фашистами, друзьями, товарищ Сталин с Гитлером. И после этого вся пропаганда оборвалась, сразу же прекратилась. И вот у меня есть свидетельство, не просто так, а любимого писателя товарища Сталина, товарищ Оренбург, вот тут нас описывает, что слово «фашизм» вообще прекратилось. Вот нету фашизма, вы все перестали его употреблять. Пишет Оренбург книгу о том, как немцы пришли в Париж, и происходит демонстрация, и несут французы лозунг «Долой фашистов». Приносит Оренбург эту рукопись в редакцию. Ему сразу же вычеркивают там фашистов и пишут «Долой», вместо «Долой фашистов» пишут «Долой реакционеров». Это вот. Когда он принес? Это между вот 39-м годом и 41-м, когда это «Падение Парижа» написано в 40-м году. В 40-м году. Вот он приносит. И он старается пробить эту рукопись, он старается показать, что это очень важно и так далее. Он записывается на прием к генеральному секретарю. Тогда не первый секретарь был, а генеральный секретарь Союза писателей Фадеев. Он записывается к нему на прием и хочет ему доказать, что нужно же этих фашистов разоблачать. Но он не может даже записаться на прием. Не то, что попасть на прием. Его даже не записывают. Секретарша говорит: ну вы тут про фашистов что-то нехорошее говорите. Пожалуйста, вот прекратите. И даже не записывает его никак. А потом происходит вдруг какое-то чудо. Вот я позволю себе зачитать кусочек из воспоминаний Оренбурга. Это 41-й год. Это, так сказать, откуда ветер веет, откуда это дело. Кто заказывал кто музыку заказывал? Всю эту музыку, не только музыку, не только песню «Священная война» в феврале Сталин заказал Александрову, но и заказал соответствующую литературу. Звучит это так.
24 апреля, это 41 год, я сидел и писал 14 главу 3 части, когда мне позвонили из секретариата Сталина и сказали, чтобы я набрал такой-то номер. С вами будет разговаривать товарищ Сталин. Сталин сказал, что прочел начало моего романа, нашел его интересным и хочет прислать мне рукопись, там какую-то. Эренбург поблагодарил, сказал, не надо, товарищ Сталин, в переводе, я это все читал в оригинале по-французски. Сталин спросил меня, собираюсь ли я показать немецких фашистов. Я ответил, что в последней части романа, над которой работаю, война, вторжение гитлеровцев во Францию, первые дни оккупации. Я добавил, что боюсь, не запретят ли третьей части. Ведь мне не позволяют даже по отношению к французам, даже в диалоге употребить слово «фашист». Сталин сказал, а вы пишите, мы с вами постараемся протолкнуть и третью часть. Со сталинским чувством юмора. Да, Сталин сказал, мы с вами вот постараемся протолкнуть. И дальше начались чудеса. Вот реакция Эренбурга. Вот расскажите нам про реакцию Эренбурга, потому что он человек умный и из одной этой сталинской реплики абсолютно все понял. Жена обращается к нему и говорит, что он сказал. Лицо, это я цитирую книгу Эренбурга «Люди, год, жизнь». Я цитирую, это цитата, это не мои тут какие-то интерпретации. Что он сказал? Лицо у меня было мрачное. Скоро война. То есть Сталин сказал ему, вот пишите вы свой роман, а Эренбург сразу же это переводит на человеческий язык, будет война. И вот тут получается совершенно дикая нестыковка, когда Гитлер напал, для Сталина это... Вдруг неожиданность. Вдруг неожиданность. То есть, Эренбург ведь об этом тоже там пишет. В апреле. Сталин знал, а в июне Гитлер напал и вдруг не знает. И вот Эренбург про это пишет вот что. «22 июня рано утром нас разбудил звонок. Немцы объявили войну, бомбили советские города. Мы сидели у приемника, ждали, что выступит Сталин. Вместо него выступил Молотов, волновался». Меня удивили слова о вероломном нападении. Понятно, когда наивная девушка жалуется, что ее обманул любовник. Но что можно было ждать от фашистов? А мы долго сидели у приемника. Выступал Гитлер. Ну, Эренбург был привилегированный товарищ, ему позволялось слушать Гитлера. Да, другим-то товарищам не позволялось. Да, да, ну, еще, собственно, тогда можно было. Потому что приемники позднее отобрали. Да. Выступал Черчилль, а Москва передавала веселые, залихватские песни, которые меньше всего соответствовали настроению людей. Не приготовили мы ни речей, ни статей, играли песни. И тут я должен возразить Эренбургу. Как это не приготовили? Приготовили, только не те приготовили. Вот ты же, извините, вы, товарищ Эренбург, вот готовили вот книжку, которая никому не потребовалась, и потом не была опубликована. И песни вот сейчас мы... Слушали песни, которые были приготовлены, но не те песни. А вот у нас на очереди боевая пехотная. Она к чему была готова? Она та же песня о наркоме Тимошенко, который нас ведет бить фашистов. Давайте послушаем боевую пехотную песню. Виктор, что там за слова, если на понятный перевести? В грозный бой ведет нас сталинский нарком.
Слова такие. Маршал Тимошенко нас учил отваге. В грозный бой ведет нас сталинский нарком. И дальше идет слова. Мы идем громить фашистов. То есть это все повторяется то же, что я сказал по предыдущей песне. Про наркома Тимошенко с 22 июня никто не вспоминал, и я вот привел здесь, и у нас сидит свидетель, и привел я документы, не вспоминал. Это написано до нападения. Хорошо. Можно ли объяснить людям, несведущим в истории, отчего так Тимошенко вдруг впал в немилость? Из-за того, что что-то он подготовил не так? Он готовил войну одну, а получилась Великая Отечественная оборонительная война, к которой мы не готовились. И с первого дня он был отстранен, он был отодвинут на второй, затем на третий план и закончил войну, в принципе, никем. А Сталин его отодвинул, сразу же Сталин занял его должность, стал наркомом обороны. Но даже и наркомы обороны не вспоминали с 22 июня. Вот у меня здесь... сообщение Советского информбюро, сразу первое сообщение, сводка главного командования Красной Армии от 22 июня, это у меня толстая книга, с первого дня, с 22 июня перестали употреблять термин нарком обороны, говорили о неком безликом главном командовании Красной Армии, то есть мы говорим о песне, которая была заготовлена до войны, песня говорит, ничего об обороне здесь не говорится. Вот когда жареные птицы клюнули там, извините за выражение, конечно, ну это я на понятном языке говорю, подошел враг к Москве, вдруг появилась мощная песня. Мы не дрогнем в бою за столицу свою, нам родная страна, нам родная Москва дорога, нерушимой стеной, обороной стальной, сокрушим, уничтожим врага. Вот тут у нас обороной стальной сокрушим врага. В этих же песнях, которые были заготовлены до того, никакой обороны нет. Нас ведет вперед он, ведет нарком обороны. Ну, конечно, вот. Смешно ожидать от Тимошенко каких-то мемуаров, но не было у него поползновения хоть намекнуть, хоть в чем-то когда-то где-то словцом обмолвиться о той деятельности, которую он вел 7 мая 40-го до начала войны. И вот за это я, Семен Константинович Тимошенко, я его уважаю и снимаю здесь свою шляпу со своей лысой головы. Дело вот в чем. Каждого нашего командира, каждого большого начальника заставляли писать мемуары. И многие на это поддались, и многим это понравилось, как Жукова. Они начали расписывать. И вот сейчас, в ближайшее время, не сочтите это за рекламу моей следующей книги, ну вот будет сейчас моя вторая часть книги «Тень Победы» о Жукове. Там сплошные нестыковки у Жукова. Он говорит одно и тут же сам себя опровергает, и снова говорит другое, и сам себя опровергает и так далее. Так вот, были у нас командиры, которые сказали, что мы мемуаров писать не будем. Ну, шло давление. И вот, допустим, маршал Советского Союза Голиков Филипп Иванович был начальник главного разведывательного управления. На него давление, давай пиши. Пиши, сочиняй. И вот он написал мемуары о том, как он был в декабре 41 года, командовал 10-й армией Западного фронта. А как он был в июне 41 года начальником главного разведывательного управления, он об этом писать не стал, потому что правду-то не разрешат писать. Поэтому он перескочил сразу и вот не стал писать. И по этой же причине Тимошенко не стал ничего. Так вот, кроме того, Конев, я сейчас... Прошу прощения, меня понесло. Ста понесло. Иван Степанович Конев, маршал Советского Союза, заставили писать мемуары. Он взял и написал мемуары под названием «45-й». Он про 45-й год. На него дальше давят. Пиши мемуары. Он тогда про 41-й, про 43-й год. А про 41-й не стал писать нельзя, потому что правду сказать не дадут. Что же тогда, если кроме правды? Неправда. А Семен Константинович Тимошенко... оказался самым крепким из них. И он ни статей, ни мемуаров не писал никогда. Он знал, что вот его били, его клевали, над ним издеваются историки сейчас. Вот ты такой и сякой и так далее. А вот он не стал врать. Он понимал, что мемуары — это будет вранье.
и он мемуаров не оставил. И вот я повторяю второй раз, снимаю свои с лысой головы. Может быть, в стол чего-нибудь тайком написал перед смертью, нет? Вот я этим вопросом занимался, и пока ничего не найдено. Может быть, где-то когда-то, вот, но не найдено. И слава богу, может быть, он не врал. Мы с Виктором Суворовым пока сделаем перерыв в нашей беседе, потому что наши коллеги должны свои рубрики огласить. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели. Ну, с приходом в мир сотовых телефонов автомобильное движение стало еще более опасным. Правда, в Британии, как и в многих других странах, закон запрещает вести машину, держа мобильник в руке и ведя светскую беседу, но масса водителей упорно продолжает этот закон нарушать. Их, разумеется, штрафуют, но многие, увы, упорствуют, и полиция уже к этому огорчительному факту привыкла. Но то, что засекли на днях камеры слежения на дороге, было поистине беспрецедентно. И больше всего, с точки зрения полиции, напоминало фильм ужасов. По дороге шел автобус. На его приборной доске сидела девочка лет 10. Точнее, даже не сидела, а приплясывала, подпрыгивала, садилась, скрестив ноги, что-то, в общем, делала. Мало того, водитель беседовал по телефону. И этого мало. В одной руке он держал мобильник, а другой, перегнувшись, так сказать, закрывал окно. То есть к рулю ни одна из его рук, а у них было всего две, братья, не имела ни малейшего отношения. Машина ехала. Ну, естественно, правонарушителя вызвали в суд. Водителем оказался 53-летний Джек Вебб. Он ехал на своем автобусе в гараж и из чистого благородства подвозил коллегу и ее дочку. На суде он объяснил, что девочка, вскочив на приборную доску, и как он и ее мать на нее не кричали, отказывалась слезть. А тут зазвонил телефон. Он передал его пассажирке, но та тут же отдала его назад, звонил начальник. А босс, объяснил Джек, у меня такой, что ему не скажешь, дескать, позвони позднее. Если он звонит, надо разговаривать, а то хуже будет. Но беда была в том, что окно было открыто. А за окном, естественно, был шум на дороге, и Джек не слышал, что именно говорил ему босс. Так что ему ничего не оставалось, как перегнуться и начать закрывать окно. И надо же тому случиться, что как раз в эту минуту его засекла камера. Джек, естественно, признал себя виновным, но, так сказать, виновным по неволе. И приговор, штраф 250 фунтов и лишение прав на 6 месяцев, счел незаслуженно жестоким и тут же подал кассационную жалобу. Он, точнее его адвокат, перечислил все смягчающие обстоятельства. «На этом участке шоссе, — сказал он, — остановить машину было негде. Так что с девочкой Джек физически ничего поделать не мог, кроме как увещевать. А увещевания не помогали. По той же причине он не мог остановить автобус на время разговора с начальником. Но ехал он с положенной скоростью, никого не обгонял. Еще бы, видимо, сказал суд, когда у тебя обе руки заняты, как ты будешь обгонять?» Но вообще у него за спиной 25-летний безупречный стаж вождения и даже ни одного прокола. И вот теперь одна эта несчастная ошибка может свести все это на нет. Или уже свела. С работы Джека Вебба уволили, и он мрачно говорит, что, вероятно, теперь никто его никогда на работу водителем не возьмет. Но, чтобы у наших слушателей не навернулись на глаза слезы жалости и сочувствия, спешу сообщить, что с голоду Джек Вебб не умрет. Автобус был для него существенным, но все-таки только приработком. А вообще-то он владелец паба. Хлебная должность. Да. Ну, смотря как, если дисциплины труда нет, то из паба жидких напитков утекает куда-то налево невероятное количество. Поэтому там должен быть... Нет, у меня был знакомый, который разорился, да. Да, из-за этого, потому что не знаю, из-за рюмка туда, рюмку сюда, да. Угу. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович. 27 ноября 1989 года, 15 лет назад, больше миллиона человек в 15-миллионной тогдашней Чехословакии вышли на улицы, требуя выборов. То была знаменитая ныне бархатная революция. 28 ноября 1829 года, 175 лет назад, родился Антон Григорьевич Рубинштейн, автор опер «Нерон» и «Демон», персидских песен и многих других прекрасных музыкальных произведений. А кроме того, пианист, дирижер, основатель Российского музыкального общества, основатель и профессор первой в России Санкт-Петербургской консерватории. К слову сказать, Московскую консерваторию основал 4 годами позже младший брат Антона Григорьевича,
Николай Григорьевич Рубинштейн. Почему она при советской власти получила имя Чайковского, сказать затрудняюсь. Великий композитор был тут ни при чем. 29 ноября 1989 года, 15 лет назад, скончался от инфаркта в 59-летнем возрасте талантливейший историк и писатель Натан Яковлевич Эйдельман. Автор таких книг, как «Лунин», «Герцен против самодержавия», «Пушкин и декабристы», «Грань веков», «Последний летописец». Не могу не сказать, что Натан Эйдельман был моим коллегой по журналу «Знание и сила» и близким другом. Мою любимую книгу Эйдельмана «Большой Жанно» об Иване Пущине я и сегодня не могу читать без слез. 30 ноября 1874 года, 130 лет назад, родился Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, будущий военный лидер и премьер-министр Великобритании, один из самых крупных политических деятелей XX века. Он никогда не учился в университете. Из частной школы Хэрроу пошел прямо в военное училище Сандхерст, а потом стал военным корреспондентом на Кубе, в Индии, в Южной Африке. Его политическая карьера шла параллельно с военной службой. Он был избран в парламент, стал министром, но в 1911 году перешел в Адмиралтейство, где, по общему мнению, резко повысил боеспособность Королевского флота. В годы Первой мировой войны ушел служить морским офицером. Потом вернулся в парламент как независимый депутат, а до того успел побывать и в консервативной, и в либеральной партиях. В 1939 году возглавил военное коалиционное правительство уже как лидер консерваторов. На следующий день после нападения гитлеровцев на Советский Союз антикоммунист Черчилль, не колеблясь, пошел на союз с Москвой. Англия изо всех сил помогала России выстоять, а в 1944 году вместе с Америкой открыла второй фронт в Европе. Вновь избранный премьер-министром в 1951 году, Черчилль оставался главой правительства до 80-летнего возраста. Он написал военные мемуары и получил за них Нобелевскую премию по литературе за 1953 год. Черчилль скончался в январе 1965 года на парламентской площади в Лондоне. Ему поставлен суровый и прекрасный памятник. 1 декабря 1934 года, 70 лет назад, некто Леонид Николаев беспрепятственно прошел в Смольный с револьвером, хотя его до того один раз не пустили с оружием, но даже не задержали. Он прошел в коридор третьего этажа, где находился кабинет секретаря Ленинградского обкома, члена Политбюро Сергея Кирова. И когда Киров вышел из кабинета, убил его наповал двумя выстрелами. Почему-то с Кировым не было его охранника Борисова. Этого Борисова арестовали, но когда везли под конвоем на допрос, автомобиль, это был грузовик, врезался в стену, и Борисов погиб, хотя конвойные выжили. Они тоже, впрочем, вскоре исчезли навсегда. После убийства Кирова Сталин развязал террор, небывалый во всей истории человечества. И под конец очень солидная годовщина. 2 ноября 1409 года, 595 лет назад, открылся Лейпцигский университет. Из числа его выпускников назовем только одного. В 1661 году в университет поступил некто Вильгельм Лейбниц на факультет права. И дипломную работу по юриспруденции написал, а потом стал величайшим математиком, создателем одновременно с Ньютоном анализа бесконечно малых, то есть дифференциального интегрального исчисления. Неплохую, видно, общеобразовательную подготовку давал университет. 2 ноября или 2 декабря? Просто чтобы... 2 ноября. Я сказал 2 декабря? Нет, вы сказали 2 ноября. Просто... А, 2 декабря. Вот, это 2 декабря. Неделя у нас такая. Спасибо. 2 декабря, конечно. Это я оговорился. Я говорю, что неплохую вообще образовательную подготовку давал Лейпцигский университет. На пороге 600-летия пожелаем ему вечной молодости. Спасибо, Леонид Владимирович. И тут мне бы хотелось, как военному музыковеду,
сделать небольшое добавление к тому, что рассказал нам Леонид Владимирович. Сразу же после убийства Кирова появилась частушка. Тоже музыка такая. «Ах, огурчики мои, помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике». Да. Но мы из музыковедческого списка, приготовленного сегодня Виктором Суворовым, хотим сыграть «День настал». Здесь смысл в том, что не просто какие-то люди, причастные к военным структурам, скажем, как ансамбль НКВД или тот же Александров, который мог, в принципе, хранить задания партии в тайне, но и классики отечественной музыки были тоже вовлечены в сочинение патетических произведений. Виктор, объясните, что за слова и в чем смысл? И как вот удалось Шостаковичу, композитору, человеку невоенному, сохранить в полной неприкосновенности государственную тайну? Ну, как удалось сохранить, это я объяснить берусь. Была такая вещь, как 1937 год, хранить тайны нас научили. Были расписочки о неразглашении. Дмитрий Сергеевич Шостакович вот написал такую вещь. Это секретный Шостакович, понимаете? Что мы сейчас послушали? «Великий день настал». Вот представьте себе, такую песню зазвучала 22 июня или 23, или 25, или 26. Допустим, вот у нас тут музыкальный товарищ Сева Новгородцев сочинил, допустим, музыку такую. А Леонид Владимирович, допустим, слова «Великий день настал». А вот представьте, я из каких-нибудь там соответствующих недремлющих органов, вот, товарищ. Как бы я реагировал на песню «Великий день настал»? Товарищи дорогие, вы что в виду имеете? 22 июня «Великий день настал» для вас. Понимаете, какая дикая нестыковка. Какая совершенно чудовищная нестыковка. То есть готовили какой-то великий день, который никогда не настал. Вот. Но никого не покарали, потому что они выполняли, люди выполняли приказ товарища Сталина. Мы до этого уже послушали, как это делалось, по чьему приказу были распоряжения товарища Сталина. А в словах «Великого дня» там есть еще какие-нибудь указания? Да, конечно. Там вот вся эта песня, вот, допустим, «Клянется вся страна наркому обороны». Да. Вот это дикость. Я уже до этого говорил, что с рассветом 22 июня упоминания о наркоме обороны прекратились. Говорили, даже и Сталина перестали вспоминать. В первые дни не вспоминали Сталина. Вот здесь книга перед нами. Не было Сталина. Сталин зазвучал 3 июля первый раз. 6 июля. 3 июля? 3. Речь 3 июля, да? Ой, да. Я только что просмотрел. Так ли? Так. Посмотрите. Я только что смотрел. Даже помню, речь слушал на улице. Я только что смотрел. Под трубой. Да? Вот, сегодня то есть 6 часов 30 минут по радио выступил представитель 3 июля, да? Да. Угу. То есть говорили о Сталине и заговорили о Сталине, как когда называли его должность, должен не нарком обороны, он принял и эту должность, но должность вся его здесь называется как
председатель Государственного комитета обороны. Но не как нарком обороны, хотя и эта должность присутствовала, но его называли как... Главнокомандующий или председатель ГКО. Да, да, ГКО. Но вы-то как видите роль этого великого дня? Что если бы не было вероломного нападения, если то было как... тогда бы настал великий, великий день. Когда бы великий день. То есть готовилось все к великому дню, который не настал. Слава Богу, не настал. Вы знаете, может быть, я говорю какую-то дикую вещь сейчас, но у Адольфа Гитлера была одна заслуга. Может быть, уберег нас от мирового господства. Если бы он нас от этого не уберег, то мы бы превратились в стадо обезьян. Понимаете, он остановил нас. Вот, бейте меня, режьте меня, но это было остановлено. Ну, если бы мы расползались дальше и дальше, где-то... Америка оставалась еще. Поломали бы все-таки рога. Мы на этом бы растратили всю свою энергию. Но ведь Афганистан и тот нас проточил. А если бы мы и на Индию пошли, и на Иран, и... А планы были? А планы были. Да. Но у меня другое соображение. Я читал массу всяких ученых рассуждений о том, что книга «Ледокол» некоего Суворова – это чепуха, это неправда. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Я думаю, что если бы не было никаких других доводов, а была бы вот только эта песня. «Великий день настал». Да, датированная. Да. Да, то все. Можно все эти остальные рассуждения можно отбросить и «Ледокол» оставить. Но ведь не могла она быть написана после 22 июня. Ну, не могла, ну кто бы, если бы кто бы... Да, о чем вы говорите? Конечно. Сел бы и писал бы «Великий день настал». Ну, да, сразу бы в затылок его бы расстреляли. Конечно, бы. Конечно. Понятно. Ну, и у нас еще есть песня «Артиллериста», а там о чем? А вот эта песня, я бы хотел закончить все-таки на хорошей ноте. Я хотел бы сказать о том, что народ у нас беспредельно талантливый. И была война, которая превратилась, в конце концов, в Великую Отечественную. И наши талантливые композиторы и поэты создавали великие шедевры. И среди них вот песня «Артиллеристов», там звучит, что товарищ Сталин отдал приказ. Ну, пожалуйста, закройте уши, а вы послушайте. Песня замечательная. Послушайте вот эти голоса. Вы послушайте, я слушал современное исполнение. Ну, вот говорю, ну, не то, товарищи, не то, нет души, нет, вот, ну, ушли в частные ансамбли, в ресторанах хорошие товарищи поют, а тогда лучших, самых талантливых собирали в ансамбль Александрова, который исполнял чудесную песню. Ну, вот еще об ансамбле Александрова и коротко о знаменитой песне «Вставай, страна огромная». Мы упоминали в наших предыдущих передачах за годы, но надо бы напомнить, когда эта песня появилась. Дело вот в чем. В «Ледоколе» я сказал, что в феврале 1941 года Сталин вызвал Александрова и сказал, нужна песня. И Александров это вспоминает, и это в документах есть, что вызвал его Сталин, сказал, нужна песня «Война против Германии». И когда я это дело написал, и это было опубликовано, нашлось множество критиков, которые меня изобличали и уличали меня вот в чем. Они говорят, стой, обожди. Песня-то это, слова переписаны. Эти песни, слова были написаны в 1914 году. Не против фашистской силы черной, против тевтонской силы черной. Просто переделал вот перед там. Первой мировой. Это перед Первой мировой началась, и были эти стихи. А песня эта, мелодия, тоже ведь, это дореволюционная мелодия. Это был романс. Да. Только сделали темп, изменили и придали темп. Он в оригинале звучал, наверное, так душевно. Ла-лай, ла-лай, ла-ля-ля-ля. Ла-лай, ла-ля-ля-ля. Ла-лай, ра-ра-ра-ра-ра. То есть, и меня вот в этом уличили. И я говорю, товарищи дорогие, да, пожалуйста, не надо меня уличать. Ничего от этого не меняется. Ведь смотрите, если... Написано это для Первой мировой войны или для войны против Бонапарта. Ничего от этого не меняет. Идея вот в чем, что в феврале 41 года товарищу Сталину потребовалась песня «Война против Германии».
А уж как ее содрали против Мамая, или Чингисхана, или кого, кто там, какая была механика вот эта. Это к делу отношения не имеет никакого. Сталину потребовалась песня. Сталин как бы поверил Гитлеру, но в это время и Шостакович, и Чернецкий, и Иренбург, и талантливейшие люди писали и книги, и песни, и создавали стихи, создавали шедевры. «Война против Германии. Великий день настал». И мы понимаем сейчас, в свете вот вами рассказанного, что существовало тогда и в творческих союзах, и в писательских организациях абсолютная вертикаль власти, упругость механизма. Вертикаль уж была. Упругость механизма. Есть команда, и все ее выполняют. Этого было бы невозможно без страха, который нагнали за все 30-е годы. Черт. Да, конечно. И мне кажется, что 37-й год, 38-й год, это было не что иное, как подготовка к войне. Любой агрессор начинает с того, что, допустим, Гитлер начинает с террора, он уничтожает Рема и всех. Он говорит, что вот как скажу, вот вперед, значит вперед, стой, значит стой. Чингисхан с того же начинал. Начинал с того же и Бонапарт. Начинал с того же и товарищ Сталин. Это, так сказать, цементирование всех. Да, конечно. То есть сначала моя власть верховного руководителя, вы мне подчиняетесь, после этого я перехожу вперед и иду вперед над бручем, войско красное идет. Да я всю мою пионерию, а пионерия все-таки довоенная, всю пионерию я слышал, ну вот будет вот последний бой, вот будет последний решительный бой. Обязательно между... Если вот, завтра война, если вот завтра... Вот наша поход... система. Это уж потом, близко к 41-му году. Если, а просто будет вот окончательно. Я тут давеча, находясь в Москве, ночью что-то такое не спал, смотрел какой-то один из многочисленных телевизионных каналов фильм об Эйзенштейне. Во время войны Сталин сначала ему предложил на выбор две темы. Либо Минин-Пожарский, либо... Иван Грозный. Иван Грозный. Он выбрал Ивана Грозного. Нет, это там другая история. Короче, это после Александра Невского он делал Ивана Грозного, потому что он себя оправдал. У него была картина «Бежен лук», за которую он чуть жизни не поплатился, Эйзенштейн. И вот когда ему Ивана Грозного дали, он написал сценарий, то Сталин ему туда, куда-то в Ташкент, во время войны послал два вагона или три вагона реквизита дорогущего. Все эти исторические костюмы, там все, что нужно было. И там снимали. То есть... И сторона вот этого режиссера Сталина, она как бы никогда не прекращалась. Потому что он следил и за музыкальным наполнением культуры, и за кинематографическим, что видно, и за историей. И архитектура. И архитектура, и все. Гений всех времен народов. Ну вот, о чем я и говорю, да, действительно, гений всех времен народов. Но мы закончим, как нам Виктор и советовал, песней веселой про артиллеристов. Я тут пару еще слов скажу, что от патетических песен, которые писали композиторы, выученные по всем канонам, вся музыкальная культура во время войны пошла в сторону популяра легкой приблотненности. Вот пошел уже Утесов, пошли все песни душевные и прочие. И в артиллеристах есть такой балалаечный перебор, такой перепляс. Артиллеристы, Сталин дал приказ. Так и хоть по блатному, это когда щелкнуть по груди. Артиллеристы, зовет отчизна нас. Впрочем, послушаем и простимся этой песней с вами, господа. Счастливо. Спасибо, Виктор.